Ребят, всем привет, вы на канале Руденко, и сегодня мы вышли в джунгли в замечательном штате Гавайи, будем идти показывать вам джунгли, но основная фишка, я решил задать разным людям всего лишь один простой вопрос. Что должно произойти в вашей стране, чтобы вы вернулись? Вопрос будет задаваться иммигрантам, вопрос очень на самом деле простой, люди будут отвечать без подготовки, поэтому что должно произойти, чтобы вы вернулись в свою страну, где вы родились? Поехали. Скажи мне, пожалуйста, что должно произойти в Казахстане, чтобы ты туда вернулась назад? Что же? Мне нравится эта реакция, она чаще всего приблизительно именно с такими глазами. Да, потому что я сразу вспоминаю, что там должно. Я, в принципе, не исключаю этого. Даже сейчас я бы туда вернулась. Почему? Почему? Что мешает? Потому что это мои родственники, я люблю этот город, и оно похоже как на Лос-Анджелес, погода, горы, которые я обожаю. Тоже я в Россию почему ехала из Казахстана, то есть это моя третья страна, потому что... Ты получила российский паспорт? Да, я получила сразу российский паспорт. Что, что должно произойти, чтобы ты вернулась в Россию? Я не знаю, когда там политика будет другая. А что тебя в российской политике не устраивает? Что не устраивает? Что там сложно бизнесы строить, то есть как бы свободы нет такой, как какой? Здесь, наверное. Есть какие-то конкретные факты? У меня нет конкретных фактов. Это то, что я слушаю новости или читаю что-то конкретно, я уже давно как-то, я даже не знаю, что там происходит. Вот у меня есть подписчики, честно, которые говорят о том, что у них классный бизнес в Крыму, да? В Москве, и у них все отлично, хорошо. Все радужно. Я из тех, которые я не знаю, правда, потому что я не интересуюсь особо. Давай так, политическая обстановка непосредственно связана с президентом и руководством страны. То есть, если завтра не будет Путина и поменяется правительство в Кремле, но останется, допустим, там Кадыров в Чечне, я не думаю, что тебе это интересно. А ты так сказала, глаза закатила, типа, любовь всей моей мечты. Последний раз у меня Валерия Николаевна так закатила глаза, когда я начал говорить о том, что про Тома Круза, знаешь. Нет, я вот думала, что такое, это может такое быть, что ли? Ну, допустим, гипотетически. Произошла такая ситуация, то есть смысл вернуться? Я не собиралась. И не собираюсь пока. Ну, ты же сказала, что ты не исключаешь такой возможности буквально 2 минуты назад. Я не исключаю возможность, если произойдут здесь какие-то катастрофы. Что должно произойти в России, в Москве, в частности, чтобы ты туда вернулся? Конкретно, вот что бы должно произойти, первое, что приходит в голову, самое честное. Не хочу туда возвращаться, там нет смысла. Почему нет смысла? Ну не знаю, мне здесь интереснее. Вот наоборот, хочу посетить как можно больше мест. Только, может, где-то в старости можете обратно довернуть. То есть, по факту, потому что ты там уже жил, видел все, да, тебе уже просто неинтересно. Если бы у тебя было лишних 2000 баксов, ты бы их потратил не на билет в Москву, в какое-то новое место, где да, ты не был. Да. Ромчик, что должно произойти, чтобы ты вернулся в свой родной Казахстан? Если где я родился, то это Россия. А где именно? Оренбургская область, село Грачевка. Вот, что должно произойти? Я пытался вернуться туда, и знаете, мне сразу же на миграционном посту мне сказал иммиграционный офицер, то, что я должен ему дать взятку, несмотря на то, что я там родился, у меня есть сертификат о рождении. Я думаю, это не та страна, куда я хочу вернуться. Спасибо большое за такую приятный возможность, но я туда не поеду. Вот, я попытался в посольстве, это было российское посольство в Казахстане. И там вот такой вот очень сообразительный иммиграционный офицер, который попросил взятку прямо открытым текстом. Ну и он определил мою судьбу, то, что я в Россию то есть не поехал. Сейчас ты гражданин США, а до этого ты был гражданином Казахстана? Казахстана, да. А ну, в Казахстане так... что должно быть, чтобы ты туда вернулся? Чтобы вернулся в Казахстан, наверное, там должен появиться океан, вырасти пальмы. Ну, появится, может быть, Йеллоустоун и несколько других национальных парков, и тогда я готов. Рахмет, ребята! Что должно произойти в твоей жизни или в политике, или вообще в целом, что должно произойти, чтобы ты вернулся в Польшу назад? Ну, я не собираюсь. Это я понимаю. Ага. Все мы не хотим отсюда уезжать, но надо. Ага. Вот надо рассмотреть вариант, что вот пришла такая ситуация, что надо уезжать в Польшу. Ну, почему? Если в Штатах жизнь сделала бы похуже, а если в Польше было бы хорошо, возможно, я бы возвратился. Отличный ответ. Дай мне 5. Вот ты просто прям вот... Я прям сейчас к себе развернусь. Так, ребята,
Это первый ответ, это бинго. Потому что я полностью солидарен с этой точкой зрения. На самом деле ответ очень простой. Мы живем в США, потому что нам здесь лучше. Если завтра здесь будет принципиально хуже, радикально хуже, если завтра я не буду получать тех принципиальных вещей, которые для меня являются жизненно необходимыми, мы будем эмигрировать. Потому что конкретно украинцы – это люди, которые рождаются свободными. Я искренне в это верю. И мы все живем на одной планете Земля. Поэтому, если завтра что-то будет угрожать принципиальной жизни моих детей, моей семьи, я их вывезу, я эмигрирую в то место, где будет лучше, если будет такое место. Да. Вот это вот второй момент, что чтобы уезжать из Америки, должно быть какое-то другое место, которое я буду считать, что оно лучше. И должны быть причины, по которым я не здесь не захочу оставаться. То есть мы здесь, потому что здесь лучше. Ну, честно говоря, до времени, чтобы я поехал в Польшу, я бы поехал в какую-то Доминиканскую республику и Колумбию, или Латинскую Америку, я там бы предпочитал. Но если в Польшу надо, тогда можем в Польшу. Только мне надо найти какую-то поляшку, чтобы жениться, чтобы получить польское гражданство. То есть ты поляк без польского гражданства уже? Красавчик! Мы в Америке, потому что нам здесь лучше. Без виздежа, без всяких там сочинений, все как есть. Поехали дальше. Всем привет, меня зовут Андрей Колесник, большинство из вас знают меня как Андрей Мигрант Видео. В 2013 году мы с нашей семьей переехали в Соединенные Штаты Америки, и о всех сложностях иммиграции я рассказывал на своем канале. Основной причиной, которая нас подтолкнула к переезду, это причина, как мне кажется, это результат того, что происходит на сегодняшний день в Украине. Это коррупция, тотальная коррупция. Я уверен, что после победы над врагом в Украине есть большие шансы перезапуститься, перезапустить многие процессы, перезапустить именно правильно, для того, чтобы вернулось большое количество мигрантов и поднимало родную страну. Я готов вернуться в Украину. Я готов все делать для того, чтобы она развивалась, чтобы она была намного лучше, нежели была ранее. Но для этого нужно победить коррупцию. Это, для этого, уверен, нужно очень много времени, но самое главное, нужно желание граждан Украины что-то поменять. А уверен, после всего, что произошло в 2022 году в Украине, Украина готова к глобальным изменениям. Я уверен, что эти изменения будут к лучшему. Все самое интересное, как всегда, впереди. Вань, спасибо за то, что ты делаешь. Всем хорошего дня. Здравствуй, Иван. Спасибо за очень интересный вопрос. Я только недавно об этом думал, какие обстоятельства могут привлечь меня обратно в Россию, откуда я родом. Так вот, я для себя решил, что если мне пришлют официальное письмо, которое говорится, и об этом будут говорить в новостях, что Руслан Хусниаров, пожалуйста, приезжай, будешь нашим новым президентом России, только в этом случае я приеду. Надеюсь, что я ответил на твой вопрос. Удачи, люблю, целую. Муа. Всем привет. Ваня, это ответ на твой вопрос. Что бы такое должно произойти? Мы из Беларуси, вы сами прекрасно знаете, какая там сейчас ситуация. Что должно измениться в той стране, чтобы мы вернулись? Я скажу, что для меня ничего. То есть, в смысле, неважно, что там будет происходить, что изменится, уже лично я туда не вернусь, потому что мы здесь, в Америке, уже 19 лет. Наша жизнь вся здесь. Мы здесь привыкли, обустроились. Даже если там будет все хорошо и замечательные все условия там экономические, политические. В гости, может быть, да, съездили бы или чаще бы ездили. Последний раз мы там были 16 лет назад. Но чтобы вернуться жить, уже нет. Мы уже слишком долго здесь. А ты что думаешь? Чтобы там что-то изменилось, даже если что-то начнет изменяться, и пока оно изменится, пройдет много-много лет. Нас уже не будет. Надеюсь, что изменения... Просто представь, завтра так раз изменилось. Надеюсь, что изменения все-таки произойдут в лучшую сторону, и, может быть, кому-то станет там жить лучше, чем сейчас, но нам там просто делать нечего. Да, мы уже слишком старые иммигранты. Надеюсь, вы ответили на вопрос. Всем пока.
что, ребят, как настроение? Отлично, сейчас отдышимся. 5 минут полет нормальный. По сути дела, мы прошли плоскую часть хайка. Мы сейчас постепенно будем подниматься в горы. Корни, деревья, в общем, по классике. Ромчик, тебе вопрос следующий. Ты все еще не хочешь в Казахстан? Может, сейчас пора? Не сегодня. Ладно. Нету денег на билет. Нету денег на билет. Ну да, мы тут в Америке не доедаем. Вот, вы бы видели, как Ира накинулась на гуаву. Вообще, первый раз я попробовала. Рафа продолжает кормить население, так что не погибнем. Ладно, двигаемся дальше. Ты хоть раскуси ее, покажи, Рафа. Вот это все, ешь да ешь. Высосал сразу. А там есть побольше. Да. Там побольше, ты про что, про высоту? Рафа, иногда вспоминай, что у тебя трое детей. Ну, у меня хороший друг. А, типа я воспитывать буду? Ну, конечно. Ну, ладно. Мы Грацию не оставим в покое своей помощью. Если Руденко вам решил помочь, вас уже ничто не спасет. Давай.